Гека и Клёпы продолжаются отношения. Клёпа, как так ты? Недовольна Клёпа. Лежит какая-то. Клёпа, дай Геку отдохнуть. Старая ушка наша. Не перестаюсь удивляться, чтобы львица в таком возрасте и так шикарно выглядело. Пойдем посмотрим на Чипа. Смотри, какое, друзья, небо у нас голубое. Сабана такая. Уже травка зеленеет. Да, Перси? Мы тебя давно не снимали. Красавец. Такой своеобразный лев. Своенравный. Неконтактный. То есть он Олега Алексеевича подпускает. Но кто тебе уже моську пошкрябал? Мне нравится, что у них за зиму тело все такое гладенькое. Шкурка такая хорошая, но по моське от львиц им перепадает. Когда львицы в любви, и вы видели, я часто показываю, резко разворачиваются и шипят, и лапами по моське. Ну и, конечно, от конкурентов тоже перепадает. Красавец Чипа. Тоже гладенький. Очень спокойная зима у львов в этом году. Все чинно, да, Чипа? И благородно. Да, сказал Чип, все так и есть. В том году Дейл хороводил в этом вольере.